Я просто напомню, что надо говорить по каждому вопросу программы. Ну, тем более у вас возникают вопросы. Вот тот поток, не тот поток, что говорить надо. Ну, давайте мы сейчас к этому вернемся. Значит, кстати, чтобы вы знали, дистант вас немножко отучил от этого дела. Берете вопрос по теории, две задачи. Вот так. Причем вопрос по теории с доказательством. Ну, вы же дефуры тоже уже сдавали нормально. Не то, что там какое-то легкое собеседование. Вопрос по теории с доказательством. И две задачи вычислительного характера нормальные. То есть, когда дистанционно, естественно, нам нормальные задачи не давали, только что-нибудь такое очень так поверхностное. А тут две нормальные задачи надо решать. Причем там не все бывают сильно простые, так скажем. Нет, но они все в рамках заданий, разумеется. Ничего там такого выходящего за рамки нет. Но бывают такие задачи, что надо, в общем-то, и подумать. Как правило, две задачи. Одна по первому заданию, другая по второму. То есть по первому что может быть? Ну, в основном разложить в ряд Фурье. Причем, если есть задача разложения в ряд Фурье, как бы она там ни формулировалась, в любом случае надо построить график суммы ряда, ответить на вопрос, сходит ли ряд равномерно всей числовой прямой, ну и быть готовым ко всяким вопросам, типа того, можно ли ряд почлена дифференцировать, да что при этом получится, график суммы продифференцированного ряда. То есть, если такие вопросы даже явно в формулировке задачи не стоят, существует очень большая вероятность, что их спросят. Так что к этому надо быть готовым отвечать. Но еще по первому заданию могут быть задачки типа там, пополна ли такая-то система в каком-то пространстве. Вот. В общем, там даже встречались довольно хитренькие задачи. Но сейчас там вроде более-менее нормально все. Ну, в общем, вот так. По второму заданию, ну, задача исследовать, скажем, равномерную сходимость интеграла за счет параметра, вычислить такой-то интеграл, ну, еще-нибудь связанное с преобразованием Фурье, может быть, типа там порядок убывания или что-то в этом роде. Ну, и какая-нибудь задачка на обобщенные функции может подскочить. Опять-таки, все в рамках того, что было в заданиях, ничего более хитрого быть не может. Кстати, я хочу предупредить, что если вот задача вычислить интеграл, надо понимать, что надо его не просто вычислить, а всякие такие действия с этим связаны, обосновать. Типа, если мы дифференцируем по параметру, обосновать, выполнить все условия выполнения этой теоремы и так далее. Ну, без этого, конечно, ответ полным считаться не будет. Но это задача. Если, конечно, по каким-то конкретным задачам у вас есть вопросы, можно задавать и так уже в конце. Но так я считаю, что все-таки задачи вы должны, конечно, уметь решать. Ну, а теперь, что касается теории, ну, вот давайте я пройдусь по этим вопросам, которые здесь стоят. Значит, первый вопрос – теорема в скобках Лема-Риммана, ну, кто называет. Дело в том, что программа, она общая. Кто называет теоремой, кто называет лемой, так на всякий случай, чтобы всех удовлетворить. Вот. Теорема Лема-Риммана – стремление к нулю коэффициента Фурье абсолютно интегрируемой функции. Значит, насчет этой Лема-Риммана, что я хочу сказать. Вопрос. Ну, это первый вопрос программы. Но билеты, они примерно соответствуют программе, примерно. Но какие-то небольшие отклонения, конечно, могут быть. Значит, первое. Лема-Риммана. Так теперь на этой доске видно, что я пишу? Да, это вот немножко тут аппаратура мешает. Видно, да? Вот. Первый вопрос Лема-Риммана. Я напомню, формулируется она так. Пусть функция f от x абсолютно интегрируемо на каком-то промежутке i. Причем i – это какой-то произвольный промежуток. Может быть, интервал конечный, ограниченный, неограниченный, вся числовая прямая, неважно. Эта функция абсолютно интегрируема. Напоминаю, это значит, что интеграл по этому промежутку абсолютно сходится. Тогда интеграл по промежутку i f от x косинус tx, x стремится к нулю, когда t стремится к бесконечности. Но аналогично синусу. Значит, обращаю внимание, что функция абсолютно интегрирует. Я сейчас не буду вдаваться в детали доказательства. Там просто сначала доказывается для собственной интегрируемой, но потом всякие такие приближения. Делаются через эпсилон, что для любой абсолютно интегрируемой все имеет место. Так вот, замечание. Это очень важно. Кстати, если функция не абсолютно интегрируема, то такие интегралы, даже если они формально существуют,
все равно могут не стремиться к нулю. Посмотрите, например, f от x равняется ничего, единице на x, скажем, на интервале, ну, на интервале 0,1. Она, конечно, не является абсолютно интегрированной. Правильно? Она не является абсолютно интегрированной. Но если рассмотреть интеграл, скажем, от нуля до единицы синус tx поделить на x dx, да? Такой интеграл существует вполне. Вот. Только стоп. Давайте мы даже, чтобы было проще, чтобы не было там, давайте возьмем даже от нуля до плюс бесконечности. Тем более не абсолютно. Но если рассмотреть такой интеграл от нуля до плюс бесконечности, это, как вы знаете, есть чего? Это есть пи пополам умножить на сигму t. Вот. Ясно, что он не стремится к нулю, когда t стремится к бесконечности. Так что абсолютная интегрированность очень важна. Вот так вот. Обращаю на это дело внимание. Ну все, собственно, тут по этому поводу больше говорить нечего. Кстати, отдельные задачки могут проскочить, где применяется та самая лемма Риммана. Как это я в этой самой теории просто писал некий интеграл, к чему он стремится, когда что-то он стремится к бесконечности. Это просто чистое применение леммы Риммана. Ну, возможно, ну, я не хочу сейчас на этом более детально останавливаться. Это мои группы знают, что там делалось. Но, во всяком случае, такие задачи могут возникать. Найти предел какого-то выражения. Оно очень просто сводится к лемме Риммана, ну, или сразу видно, или какая-то замена переменной легкая. Так что такие задачки тоже могут быть. Далее начинаются ряды Фурье. Ну, вопрос второй, он, собственно, такого особого интереса не представляет. Формулируется он так. Это значит, представление частичной суммы ряда Фурье интегралом Сидоров-Дирихле, принцип локализации. Второе, представление частичной суммы ряда Фурье, ну, интегралом через ядро Дирихле, там, принцип локализации и так далее. Ну, просто вывести эти соотношения и все. Более интересный вопрос третий. Достаточно условия сходимости ряда Фурье в точке. Ну, надо сказать, что этот вопрос просто очень любимый в смысле того, чтобы задавать дополнительно. Какие вы знаете достаточные условия сходимости ряда Фурье в точке? Очень часто человек начинает писать признак Дини. Вот. Ничего особо не понимая, что там из себя представляет. Ну, дело тут не в признаке Дини, конечно. Дело в этих самых признаках, которые практически применяются для исследования сходимости ряда Фурье. То есть, на самом деле, реально, это имеется в виду два следствия из признака Липшица. То есть, если задан такой вопрос, то, скорее всего, это имеется в виду, и, конечно, признак Дини тоже надо знать, мало ли что, но, скорее всего, имеется в виду два следствия из признака Липшица. Еще раз внимательно смотрим, что это за следствие. Значит, первое. Значит, пусть функция f вот, абсолютно интегрируема на интервале, скажем, от минуса n до l, ну, когда коэффициенты Фурье, когда ряд Фурье обычно берется произвольный период, интервал от минуса n до l. Вот. Имеет период 2l, то есть, когда рассматриваются всякие утверждения, связанные с рядами Фурье, считается, что функция абсолютно интегрируема на интервале от минуса n до l, имеет период 2l. Далее. Вот. F от x непрерывно. Собственно говоря, даже не надо требовать непрерывность, а надо просто сказать, что непрерывность будет получаться само собой. Надо сказать, что существует конечная, правая и левая производная в точке x. Часто пишут, при этом еще непрерывность функции требует. Но помните, что тут не надо требовать непрерывность, потому что если есть конечная правая производная, функция непрерывна справа. Если есть конечная левая производная, функция непрерывна слева. Поэтому из этих двух утверждений, из этих двух данных автоматически следует непрерывность функции. И специально ее говорить о ней не надо. Вот тогда вот ряд Фурье
ряд Фурье функции f в точке x0 сходится к значению f от x0. Все. Вот самый первый признак. Очень такой широко применимый, потому что таких функций очень много реально. Чем ряд Фурье отличается от степенного ряда? Тем, что степенной ряд сходится только в очень таких экзотических случаях, когда функция бесконечно дифференцируема, но и не только. Там еще много чего надо, если мы достаточные условия. А вот для ряда Фурье надо просто вообще вот такое делать. Дальше второе. Видите, я говорю, что вам плохо видно. Давайте я, наверное, сюда перейду. Значит, второе. Уже более общее. Пусть, как всегда, f абсолютно интегрируемый на отрезке от минус L до L, имеет период 2L, имеет период 2L, вот. А в точке x0 разрыв первого рода. В точке x0 разрыв первого рода. Разрыв первого рода. Значит, существуют конечные пределы слева и справа. И существует конечное обобщенное одностороннее производное. Существует конечное обобщенное одностороннее производное. Напомню, что это такое. Существует конечное обобщенное одностороннее производное. Чем они отличаются от обычных? Это значит, обычное правое производное, это был бы предел при тесте, имеющемся плюс 0, f от x0 плюс t минус f от x0 поделить на t. А это отнимается значение справа. Вот это самое обобщенное производное отличается от обычного тем, что отнимается не значение функции точки, а отнимается значение справа. То есть вот такая картина, видите? Вот идет график, скажем. У такой функции нет производных точки. Но обобщенное есть, потому что если в этой точке доопределить предельным значением, то касательное будет. Вот такая ситуация. Ну и аналогично слева. Напишем так. Предел при t стремящемся плюс 0. F от x0 минус t. Минус f от x0 минус 0. Поделить на минус t. Вот это обобщенное производное слева. Тогда в точке x0 ряд Фурье сходится. Тогда точке x0 ряд Фурье в точке x0 ряд Фурье сходится к среднему арифметическому предельных значений слева и справа. F от x0 плюс f от x0 минус 0 пополам. Ну, грубо говоря, конечно, вот это частный случай, но это нечто более такое. То есть может быть даже разрыв первого рода. Ну и, конечно, надо прекрасно понимать, что для сходимости ряда Фурье в точке мало непрерывности. Мало. Даже на некоторых потоках лекторы читают даже эти самые примеры. Примеры ряда Фурье. Вот, непрерывные функции, которые расходятся. Но, во всяком случае, в экзамене это не включается, потому что это вещь достаточно, конечно, сложная. Ну и не нужно оно вам. Надо просто знать, что одной непрерывности для сходимости ряда Фурье мало. Вот так вот. Теперь вопросы уже более такие сложные. Это дифференцирование и интегрирование ряда Фурье. Это давайте сейчас сформулируем аккуратно. Значит, почленное дифференцирование ряда Фурье. Кстати, пятый вопрос. Он строго, конечно, не совсем удачно сформулирована программа, но тут ничего не сделаешь, потому что стремились сделать так, чтобы программа удовлетворяла всем всевозможным прочтениям. Дело в том, что пятый вопрос теоремы равномерной сходимости ряда Фурье в обычной редакции – это незначительная часть четвертого вопроса. Формулирую. Теорема формулируется так. Пусть. Что значит? Когда ряд Фурье сходится непрерывно, когда его можно почленно дифференцировать. Пусть функция f от x имеет период 2l. Пусть функция f от x имеет период 2l. И кусочно гладкая на отрезке от минус l до l.
То есть функция f от x имеет период 2l, и кусочно гладкая на отрезке от минус l до l. Ну, поскольку она имеет период 2l, то отсюда автоматически следует, что в концах одинаковые значения, и она непрерывно все число в прямой. Что такое кусочно гладкая? Давайте напомним. Потому что в разных курсах это может определяться по-разному. Эти самые теоремы о возможности почленного дифференцирования равномерной сходимости могут формулироваться по-разному. Вот давайте так, как в нашем курсе. Кстати, я хочу обратить внимание вот на что. Я как-то стараюсь такие ситуации исключать. Но вот некоторые лекторы жалуются. Приходит сдавать экзамен студент. И начинает рассказывать чего-то там. Лектор говорит, что извините, но я так не читал. Он говорит, что вот, а вот такой-то книге так-то написано. Еще раз поймите. Если вы уж собрались сдавать лектору, то извольте сдавать по лекции. Не по лекциям учить, идите сдавать кому угодно. Ради Бога. Другой экзаменатор пусть себе разбирается. Чего там учили, в каком виде и так далее. Просто лектор принимает, как правило, много студентов, ну, потому что в основном не надо копаться и догадываться, где, чего, почему студент учил. Вот он проверяет, выучил ли студент то, что было на лекциях. А если он начинает где-то там чего-то такое, лектор должен еще разбираться. Ясно, что от этого пострадают другие студенты, которые... И сам студент тоже пострадает, потому что что-нибудь там да найдут. Вот. Да и другие пострадают, которые хотели лекцию раздавать, и времени это не останется. Так что ради Бога сразу предупреждаю, что если уж хотите лектору сдавать, извольте по лекциям сдавать. Так вот, как у нас определяется кусочно-гладкая функция? Значит, сначала, что такое функция, это я пока оставил, я потом продолжу. Что такое функция кусочно-неправильно дифференцированная, напоминаю. Функция f от x называется кусочно-непрерывно дифференцированной. Функция f от x называется кусочно-непрерывно дифференцированной на отрезке AB. Вот. Если отрезок разбивается на конечное число отрезков, напоминаю это определение, если отрезок разбивается на конечное число отрезков, отрезок разбивается на конечное число отрезков, на каждом из которых функция, будучи продолженной по непрерывности в конце, на каждом из которых вот, функция f, будучи продолженной по непрерывности в конце, будет непрерывно дифференцирована. На каждом из которых функция, будучи продолженной по непрерывности в конце, будет непрерывно дифференцировано. То есть при этом она не обязана даже быть непрерывной, а вот такая может быть картина. Вот, вот и вот. Так? Вот, пожалуйста, на отрезке АБ такая картина. Здесь у нее разрывы, но разрывы такие, что если функцию продолжить по непрерывности в конце, вот на этом отрезочке будет непрерывная дифференцированность. И на этом будет. И на этом будет. Вот эта функция называется кусочная непрерывная дифференцированность. А если она к тому же еще и непрерывна, то она называется кусочная гладкая. Если f от x непрерывно и кусочно непрерывно дифференцируемо, непрерывно и кусочно непрерывно дифференцируемо, непрерывно и кусочно непрерывно дифференцируемо на отрезке АВ, то она называется кусочно гладкой. Она называется кусочно гладкой на отрезке АВ. Она называется кусочно гладкой на отрезке АВ. То есть кусочно гладкая – это вот такая вот картина. Видите? Вот так. То есть у кусочно-гладкой функции существует в каждой существует производная, которая является кусочно-непрерывной дифференцированной, и которая является кусочно-непрерывной. Значит, для кусочно-гладкой функции, если f кусочно-гладкая, если f кусочно-гладкая, то f' кусочно-непрерывная.
При этом, конечно, в этих точках разрыва ясно, что F3 не существует. Производная вообще не может быть разрывов первого рода, если вы помните, еще с первого семестра. Но в этих точках производной нет. Значит, в точках разрыва, которых конечное число, в точках разрыва F3 не существует. Вот так. Но кусочная непрерывно дифференцирована, тут производная вообще дельта-функция получается, поэтому это немножко другое дело. Вот так. Просто в некоторых других учебниках немножко иначе все это определяется. Ну, в крайней мере, вот уж давайте придерживаться того, как это у нас было. Так вот, если функция имеет период 2 или кусочно-гладкое на отрезке от минус L до L, то вот ее ряд Фурье, первое, сходится равномерно на все числовые прямые. Второе, его можно почленно дифференцировать. Что значит можно почленно дифференцировать еще раз? Вот сам ряд Фурье сходится равномерно. То есть f от x это a0 пополам, сумма ряда Фурье плюс сумма pn от единицы до бесконечности, а n косинус пи nx поделить на l плюс, ну как ряд Фурье обычно записывается, bn синус пи nx поделить на l. Вот так. Ряд сходится равномерно. А производная f' от x, которая есть кусочно-непрерывная функция, она имеет ряд Фурье всего лишь. Сумма pn от единицы до бесконечности формально продифференцированный ряд. Значит, минус. Ну, давайте вытащим, при дифференцировании вытащим pn поделить на l. Останется минус an синус pn x поделить на l плюс bn косинус pn x поделить на l. Ряд, еще раз, ряд Фурье можно почленно дифференцировать, если продифференцированный ряд является рядом Фурье производной. Ни о какой сходимости этого ряда речи нет. Такая волна означает, что ряд является рядом Фурье. И все. А функция всего лишь кусочно-непрерывна, поэтому ряд Фурье и производная не обязаны сходиться. Вот что означает возможность почленного дифференцирования ряда Фурье. Знаете, когда, если все это рассказывается на основании интеграла Лебега, там все получается значительно проще и красивее. Ну, мы этого интеграла Лебега не знаем, поэтому приходится вот такими вот утверждениями обходиться. Дальше. Теперь насчет почленного интегрирования рядов. И, кстати, не следует думать, что равномерная сходимость и возможность почленного дифференцирования – это одно и то же. Просто у них общие достаточные условия. Ну, формально может быть, да. Но это уже примеры очень изощренные, так что мы, естественно, этим заниматься не будем. Просто не следует думать, что это одно и то же. Все. На самом деле, ряды Фурье-Лебега в том смысле, как это понимается, если производная интегрируем по Лебегу, и всегда можно почленно дифференцировать. Вот, а равномерная сходимость, ну, далеко не всегда бывает. Так. Ну, в общем, это сложная вещь, так что не стоит это делать. Так, ладно. Теперь почленное интегрирование рядов. Тут наоборот, сама функция кусочного непрерывного. Почленное интегрирование. Пусть функция f от x так, имеет ряд Фурье а0 пополам плюс сумма pn от единицы до бесконечности а n косинус pn x поделить на l плюс pn
синус перед х поделить на. И она, как всегда, имеет период 2L. F от x имеет период 2L. F от x имеет период 2L. И кусочно непрерывно на отрезке от минус L. Имеет период 2L. И кусочно непрерывно на отрезке от минус L. То есть в качестве производных рассматривается уже функция. Тогда вот, функция f большое от x, которая есть интеграл вот там x0 до x f от t dt, ну где x0 какая-то точка. Вот такая функция, она будет кусочно гладкой, потому что это кусочно непрерывно, если от нее взять, ну, была такая теорема в первом семестре, обобщение формулы Ньютона-Лейбница, понятие обобщенной первообразной, там все эти вещи разбирались. Тогда функция f от x кусочно гладкая на отрезке от минуса L до L. Но она не обязана быть периодичной, потому что ну, набег интеграла на периоде вовсе не обязан равняться нулю. А чтобы набег интеграла на периоде равнялся нулю, чтобы эта функция была периодичной, надо от нее вычесть анолекс пополам. Вот функция φ от x это f от x минус анолекс пополам. Вот такая функция уже кусочно гладкая и имеет период 2L. Кусочно гладкая на отрезке от минуса L до L и имеет период 2L. Имеет период 2L. И вот такую функцию же можно разложить в равномерно сходящийся ряд Фурье. Поэтому является суммой равномерно сходящегося ряда Фурье. Является суммой своего равномерно сходящегося ряда Фурье. Своего равномерно сходящегося ряда Фурье. Вот. И таким образом функция f большой от x, это есть a0x пополам, плюс сумма формально проинтегрированного ряда, какой-то c пополам, плюс сумма pn от единицы до бесконечности. Если ряд формально проинтегрировать, получится l поделить на pn. Вот. An синус pn x поделить на l. An синус pn x поделить на l. Минус bn косинус pn x поделить на l. То есть тут все идет уже наоборот. Видите? Тут мы ряд, вот сама функция была кусочно непрерывной, ряд Фурье не обязан был сходиться, но первообразная от нее, если от нее еще вычесть анализ пополам, будет кусочно гладкая с периодом 2L, будет сумма своего равномерно сходящегося ряда Фурье. То есть мы просто формально интегрируем такой ряд анализ пополам, сумма формально проинтегрированного ряда, ну и добавляем еще константу. Ну а константа ищется просто как нулевой коэффициент Фурье. Единица на L, интеграл от минус L до L, F большое от там T, минус A0 T пополам, dt. Вот все. Все это, конечно, доказывается очень просто, но единственное, что при такой структуре билетов вопрос о равномерной сходимости ряда Фурье это просто небольшая часть вот этого первого вопроса. Все остальное получается дополнительно. И более того, тут в этом же билете еще и порядок убывания коэффициентов. То есть, в общем, нагромоздили это со страшной силой. Ну, попался. Ну, собственно, доказывать там немного. Но просто надо аккуратно все это сформулировать. Вот насчет порядка убывания коэффициентов Фурье тоже любимая задача определить порядок убывания коэффициентов Фурье. Порядок убывания коэффициента Фурье. Но это следует из возможности почленного дифференцирования. Порядок убывания коэффициента Фурье. Порядок убывания коэффициента Фурье. Кстати, в разных курсах там разные теоремы доказываются. Еще. Вот что у нас доказывается. Значит, первое. Если f от x имеет период 2L, f от x имеет период 2L и кусочно гладкая на отрезке от минуса L до L,
то отсюда следует, что коэффициенты Фурье помалу от 1n. Но это следует просто из возможности численного дифференцирования. Дифференцированный ряд Фурье производный, значит, коэффициенты его стремятся к нулю, а стремление к нулю коэффициента Фурье означает просто то, что АНБ мало от 1n. И вот параллельно этому мне доказывается такое более интересное утверждение, которое более практично, что если f от x имеет, ну не знаю, если билет вам кажется слишком громоздким, то можете его и не доказывать, но в принципе надо, конечно, иметь в виду. Если f от x имеет период 2L и всего лишь кусочно непрерывно дифференцируемо, и кусочно непрерывно дифференцируемо, то есть более общее понятие на отрезке от минус L до L, то коэффициенты Фурье о большой от 1. Коэффициенты Фурье о большой от 1. Коэффициенты Фурье о большой. Ну и, естественно, распространение их после многократного дифференцирования. Обобщение этих утверждений. Обобщение этих утверждений. Значит, пусть имеет период 2L и там, скажем, k-1 производная кусочная гладка. Если f от x имеет период 2L и fk-1 кусочная гладка, то есть k равно 1, это первый случай. А в fk-1 от x кусочная гладка на отрезке от минус L до L. Тогда коэффициенты Фурье АНБН этого малое от 1 поделить на n степени k. Так. При k равном 1 получаем то утверждение. Но получается оно просто последовательным применением k раз вот этого. Ну и второе. Если f от x имеет период 2L. Если f от x имеет период 2L, то есть оно на практике, как правило, и работает. K-2 производная непрерывно. K-2 производная непрерывно, а K-1 кусочно непрерывно дифференцируемо. K-1 кусочно непрерывно дифференцируемо на отрезке от минус L до L, то есть вплоть до K-2 производной разрывов нет, там все кусочно гладкое, а на K-1 уже получаются разрывы первого рода. В таком случае коэффициенты Фурье это О большое от 1 минус степени. Собственно, на практике таких интересных примеров из домашних заданий выгоднее всего вот именно с этим последним утверждением работать, потому что оценка, как правило, первая часть дает его маленькое, а вторая часть усиливает, а маленькое превращает его большое, это на степени k плюс 1. Вы помните такие задачи, вероятно. Ну, я не знаю, если есть желание что-нибудь такое разобрать, пожалуйста, ну, я думаю, это так индивидуально, если какие-то индивидуальные пошли. Ну, вот так. Кстати, вдруг, вот скажем, ну, теорема равномерной сходимости я уже сказал. Вот. Но тут еще для потока Бесова еще порядок убывания остатка рядов. Это нам не надо. Так, ну, в общем, если есть вопросы, пожалуйста, спрашивайте по ходу дела, потому что больше такой возможности не будет. Так, дальше. Теперь равномерная сходимость суммы Фера для непрерывной функции. Ну, пожалуйста. Я не буду сейчас писать, но просто для непрерывной функции ряд Фурье сходиться не обязан. А вот если взять его частичные суммы и среднеарифметические суммы Фейера, то будет равномерное сходимость. Кстати, написано, кроме потока Бесова. Почему? Потому что Бесов эту вещь игнорирует. Зачем нам нужна теорема Фейера? Это доказать теорему Вейерштрасса. Потому что непрерывная функция приближается к тригонометрическому полиному. Он это делает иначе. Он сначала непрерывную функцию приближает к кусочно-линейной, а кусочно-линейный уже ряд Фурье равномерно сходится. И можно понять, что равномерно сходит. Ну, дело хозяйское. Ну, конечно, сумма Фурье это уже достаточно такая важная вещь. Так, ну вот теперь теорема Вейерштрасса о приближении прерывных функций к тригонометрическому и алгебраическому полиному. Вот я хочу кое-что напомнить.
конечно. Потому что это используется, все эти моменты, при доказательстве полноты системы. Значит, я рассчитываю, значит, перерыва не делать. Вообще-то все рассчитано на 2 часа, ну, где-нибудь часа полтора, там чуть-чуть побольше. Я все это расскажу, но потом всякие индивидуальные вопросы. Там, если кому непонятно, там, как что-то доказывается или еще чего-нибудь, можно такие вопросы ответить. Значит, все время Верштрасс, видите? Кстати, Верштрасс у вас еще будет. В ФКП еще будет Верштрасс. Без него никуда. Каши тоже будет. Так, значит, теорема Верштрасса. Приближение непрерывной функции тригонометрического многочлена. Теорема Верштрасса. Теорема Верштрасса. Значит, что это такое? Если функция непрерывна и имеет период 2L, значит, пусть функция f от x непрерывна на отрезке от минус L до L и имеет период 2L. Ну, собственно говоря, даже лучше сказать иначе, она просто непрерывна на отрезке и принимает на концах одинаковые значения. Периодичность тут не нужна. Периодичность уже потом при доказательстве используется. И F от L равняется F от минус L. Непрерывно на концах принимает одинаковые значения. Ну, то же самое. Тогда существует для любого эпсилон больше нуля. Для любого эпсилон больше нуля существует t от x, некий тригонометрический многочлен с периодом 2L, альфа 0 пополам, плюс сумма pn от единицы до бесконечности, альфа n на косинус nx поделить на L, плюс бета n на синус x поделить на L. Вот. Такое что? Для любого x из отрезка от минус L до L модуль f от x минус t от x меньше эпсилона. Ну, ее можно доказывать разными способами, теорема. Но поскольку у нас есть теорема... Конечно. Кстати, такую ошибку, что у меня это описка просто. Студенты часто просто такую ошибку делают, когда по полноту системы не устанавливают, берут доходный печат, пишут до бесконечности. Конечно, до n большого, разумеется. Какой-то конечный многочлен. Конечно, тригонометрический многочлен. Вот. Ну, грубо говоря, это можно сформулировать так, что тригонометрическая система полна, в c0 от минус L до L. Где под c0 понимается пространство непрерывных функций, принимающих по концах одинаковые значения. Но как она доказывается, в качестве t от x берется некоторая сумма фейера. Можно доказывать по-разному. Необходимо доказать или просто формулировать наше использование? Ну, в этой теореме Фейера это вопрос другого билета. Формулировать, доказывать ее не надо. Тут еще будет алгебрическая теорема, в этом билете есть что говорить. Понимаете? Тригонометрическая все получается достаточно, конечно, просто. А в алгебрической там, ну, давайте вспомним доказательства, потому что доказательства решения задач на полноту, эти вещи часто используются. Второе. Алгебрическая теорема. Пусть функция f от x непрерывна на отрезке AB, и все. Тогда для любого эпсилон больше нуля существует p от x алгебрический многочлен, то есть сумма по n от нуля до n большого какого-то, а n на x степени n. Индексы можно обозначать разными буквами. Такое, что для любого x из отрезка b модуль f от x
минус p от x меньше эпсилон. Вот так. Но существуют независимые доказательства этого утверждения без тригонометрии. Но у нас доказывается с помощью тригонометрии, тем более, что все это как-то развивается на опыте немножко. Тут полезно вспомнить доказательства. Полезно вспомнить доказательства. Значит, следующим образом. Доказательства. Давайте мы ее продолжим до непрерывной функции на каком-то более широком отрезке. Вот эта функция у нас от вот у нас от А до Б, так, непрерывная. И продолжим ее до функции на некотором более широком отрезке от минус L до L, так, чтобы на концах принимала одинаковые значения. Ну, у меня это ноль, но, в принципе, не важно. Значит, продолжим. Продолжим. F до функции непрерывной на отрезке от минус L до L, который включает в себя отрезок AB, и так, чтобы F от минус L равнялось. Ясно, что такое L найдется. Тогда по тригонометрической теореме Вейерштрасса для любого эпсилон больше нуля существует t от x, ну, тригонометрически, я уже не буду его записывать, вот он написан. Вот. Такое, что для любого x из отрезка от минус L до L, f от x минус t от x меньше, чем эпсилон пополам. Так? Меньше, чем эпсилон пополам. Ну, а теперь вспомним, что t от x – это аналитическая функция, у которой радиус сходимости ряда Тейлора плюс бесконечность. Вот это написано. Так, t от x – аналитическая функция, то есть функция, которая раскладывается в ряд Тейлора, и радиус сходимости – аналитическая функция, радиус сходимости ряда Тейлора плюс бесконечность. Это значит, напоминаю, что ряд Тейлора сходится равномерно на любом отрезке внутреннем по отношению к интервалу сходимости. Поэтому, если радиус сходимости будет бесконечность, то ряд сходится равномерно на любом конечном отрезке. Ряд сходится равномерно на любом конечном отрезке. Раз так, что существует P от X, это частичная сумма ряда Тейлора, существует P от X частичная сумма ряда Тейлора, такая, что для любого X из отрезка от минус L до L, F, значит, P от X минус T от X меньше, чем эпсилон пополам. Ну, а значит, F от X минус P от X меньше эпсилон. Ну и все. Вот такое простое доказательство. В нашем курсе такое доказательство работает. Ну и в частных случаях, когда надо исследовать полноту каких-то там систем, скажем, четных степеней или еще чего-то, надо, соответственно, приближать четные и нечетные тригонометрии и пользоваться тем, что у четной и нечетной тригонометрии придут в Тейлора только четные, соответственно, степени. И вот так оно и будет получаться. Ну вот так. Ну вот на этом кончается, значит, теория просто рядов Фурье тригонометрически. И начинаются всякие интересные вещи, связанные с пространством. Интересные вещи, связанные с эвклидовым пространством. Потому что тригонометрическая система – это частный случай ортогональной системы в эвклидовом пространстве бесконечно мерной. А ряд Фурье по ней – это частный случай ряда Фурье по соответствующей системе. Ну вот теперь следующие вопросы формулируются так. Ну вот минимальное свойство коэффициента Фурье при ортогональной системе неравенства Бесселя, полнота и так далее, и так далее. Давайте напомним, что такое вообще.
Ну, конечно, не надо давать определение Евклидова пространства и так далее. Вряд ли его этого спросят. Существует вообще следующая тонкость такая, знаете. Вот, надо ли в курсе более высокого уровня аккуратно формулировать определения, относящиеся к курсам более низкого уровня. Вот, например, на экзамене по дифорам часто спрашивают, у вас, мол, собственное значение, что это такое? А студент говорит, а это, мол, из предыдущего курса определения. Или, скажем, на экзамене где-то там уже по уровню, там на третьем курсе спрашивают, что такое вообще частное производство. А студент говорит, а это из старых курсов определения, я, мол, не обязан говорить. Вопрос, конечно, тонкий, понимаете? То есть, конечно, формально студент обязан это знать. Когда он какие-то более последующие курсы проходит, он должен знать определения, относящиеся к предыдущим курсам. Так вот имеется это в виду. Потому что в таких случаях начинать качать права, это смотря на кого знаете, нарвешься. Вот так. Так что лучше все-таки знать. Но не стоит сейчас давать определение Евклидова пространства, я думаю. Это линейное пространство, в котором введено скалярное произведение, предваряющее каким-то аксиомом. Ну, так можно и определение линейного пространства, давать еще чего-то. Но я думаю, сейчас, наверное, не стоит. Так вот, пусть у нас какое-то там L большое, это Евклидово пространство. В случае конечномерного пространства не интересен. Это все в линейной алгебре. Поэтому будем считать, что оно бесконечно мерное. Будем считать, что оно бесконечно мерное. Так вот, тогда в нем обязательно существует, в нем существует бесконечная ортогональная система. Потому что, смотрите-ка, пусть тогда, если существует конечная ортогональная система, то она автоматически будет базисом в самом пространстве. А конечного базиса быть не может, потому что пространство бесконечно мерное. Но ортогонально, конечно, это не нулевых векторов. Вот. Или орнормированное, что же самое. И пусть в нем Е первое, ЕН и так далее, ну, счетная ортонормированная система. Но если нет бесконечной, то из нее, во всяком случае, можно выделить счет. Потому что счетная – это самая маленькая бесконечная. Что это такое ортонормированная система? Это скалярное произведение Е и Жита. Это значит единица, когда И равен G, 0, когда И не равен G. И пусть у нас x – это некий вектор из этого пространства. Тогда цкатая – это эскалярное произведение x на екатая – это коэффициент Фурье. Это коэффициент Фурье x по системе. Коэффициент Фурье x по системе Е1, Е2, Ен и так далее. А под рядом Фурье понимается такой формальный ряд. Сумма ПК от единицы до бесконечности, ЦК на ЕК, формальный ряд Фурье. Формальный ряд Фурье. То есть, вообще говоря, понятие сходимости ряда, ну, это сходимость последовательности вычастичных сумм в соответствующем линейно нормированном или даже метрическом пространстве. Вот. Ну, на всякий случай я напомню, что если S – это и сумма ПК от единицы до бесконечности ЦК и ЕК, это что такое? Это значит, для любого эпсилон больше нуля существует такой номер N0, что для любого N больше либо равного N0, норма в этом пространстве, сумма по К от единицы до N ЦК и ЕК – минус x, минус s. Мы не знаем пока, к чему он там сходится. Минус s, меньше s. То есть, если ставится вопрос, ну хорошо, это ряд. Что означает сходимость ряда? Это же мы знаем, что такое сходимость ряда числового, функционального, но мы не знаем, что такое сходимость ряда, вообще говоря, в пространстве. А в пространстве это просто сходимость последовательности его частичных сумм. И вот очень-очень важный вопрос, сходится ли этот формальный ряд Фурье именно к элементу x. То есть, сходится ли вообще и сходится к элементу x. Ну, это уже вопрос. Так вот, независимо от того, что там куда сходится, есть так называемое минимальное свойство коэффициента Фурье. Давайте я сейчас напомню.
То есть пока вопрос о том, сходится ли он, и куда он там сходится, не стоит. Пока просто общая картина, относящаяся к этим рядам Фурье, в ледовом пространстве. Вот. Значит, пусть у нас Ln – это линейная оболочка первых n векторов. Если мы x рассмотрим x и Ln, то их можно поместить в n плюс одномерное пространство. В этом n плюс одномерном пространстве работает, в общем, вся линейная алгебра, которую мы проходили. Так вот, оказывается, что частичная сумма ряда Фурье Sn, это которая есть сумма пока от единицы до n, цкатая и екатая. Это есть ортогональная проекция. Это есть ортогональная проекция x на эту самую линейную оболочку. Ну, это чисто геометрическое утверждение, на самом деле. Вот. И при этом, значит, норма в эвклидовом пространстве x минус sn в квадрате, это есть сумма по норма x минус sn в квадрате. Сейчас, секунду. Что я здесь хочу сказать? Вот это у нас x, вот это у нас пространство, линейная оболочка, вот это самое, да? А теорема Пифагора, что он утверждает? Что вот это есть x, вот это есть sn, это есть x минус sn. Так? И теорема Пифагора утверждает, что? Теорема Пифагора, по сути дела. Она утверждает, что норма x в квадрате, это есть норма x минус sn в квадрате, плюс норма sn в квадрате. А по всем свойствам вот этого самого скалярного произведения, норма sn в квадрате, это и сумма по k от единицы до n, ck в квадрате. Вот видите? Видите, что получается? То есть получается, что норма x минус sn в квадрате, это есть норма x в квадрате, минус сумма по k от единицы до n, ck в квадрате. Ну и отсюда следует, что для любого n сумма по k от единицы до n ck в квадрате не превосходит норму x в квадрате. То есть это на самом деле чисто геометрический факт, что длина проекции не превосходит длины наклона, ничего больше. Это называется, а поскольку это верно для любого n, это верно для любого n, отсюда следует, что сумма ряда, что ряд сходится, сумма по k от единицы до n ck в квадрате сходится, и его сумма не превосходит нормы x в квадрате. Это называется неравенство Бесселя. То есть в любом случае ряд из квадратов коэффициентов сходится, и сумма его не превосходит нормы x в квадрате. Это называется неравенство Бесселя. Ну вот так вот. И оказывается, да, кстати, а минимальное свойство коэффициента Фурье, минимальное свойство, оно состоит в том, что перпендикуляр – это самое короткое из наклонов. Правильно? Если возьмем какое-то, если мы отнимем не sn, а что-нибудь другое, то длина этой штуки будет больше. Минимальное свойство состоит в том, что норма x минус sn – это есть минимум нормы x минус всевозможных сумм по k от единицы до n, альфа k и k. Вот так. Из всевозможных вот этих самых линейных комбинаций, всевозможных векторов в этом пространстве, минимальное расстояние даст как раз частичная сумма ряда Фурье. По всем альфа первого, альфа k. Это есть минимальное свойство. Так вот, оказывается, что обращение неравенства Бесселя в равенство равносильно тому, что ряд Фурье сходится к элементу x. Но это на самом деле тоже отсюда видно, что норма эта штука стремится к нулю, когда эта штука стремится к нулю. Это отсюда тоже все очень просто видно. То есть если x это есть сумма по k от единицы до бесконечности ck и k, это равносильно тому, что норма x в квадрате это есть сумма по k от единицы до бесконечности цкатая в квадрате.
То есть элемент x разлагается в ряд Фурье по этой системе тогда и только тогда, когда для него выполняется равенство Парсеваля. Видите, как по сути из этой геометрической картинки все красиво получается. Но оказывается, что это равносильно еще вот чему. Потому что вот эта система полна. Это равносильно тому, что система Е1, если вот это верно для любого x, вот это 1 и 2. Если 1 и 2 верны для любого x, если 1 и 2 верны для любого x, вот, тогда и только тогда, когда система полна, когда система Е1, Е2, Ен полна в пространстве L. То есть вот эта вот теорема о трех равносильных условиях полноты. Система полна тогда и только тогда, когда для любой x раскладывается свой ряд Фурье, это значит система ОНБ, и когда для любого x выполняется равенство Парсеваля. Это все одно и то же. Вот так вот. Так вот работает вся эта наука. Дальше. Что по этому поводу еще можно говорить? Да. Ну, в эвклидовом пространстве, вот, вообще в любом линейном нормированном пространстве, но метрику можно определять по-разному. Но стандартная метрика определяется так. Значит, расстояние от x до y, это есть норма x минус y. В любом линейно нормированном пространстве стандартную метрику можно вести следующим образом. Вообще-то метрику можно вводить по-разному. В любом пространстве можно вести тривиальную метрику. То есть два элемента разные расстояния единицы, одинаковое расстояние нуля. Но в линейно нормированном пространстве вот стандартная метрика. А в эвклидовом пространстве, значит, соответственно, норма x минус y, ну, норма x в эвклидовом пространстве – это обычный эвклидовый модуль. Норма x – это обычный эвклидовый модуль корень квадратный скалярного произведения x на x. То есть в линейном нормированном метрика – это модуль норма разности, а в эвклидовом пространстве норма – это корень квадратный скалярного произведения. Но аналогично можно написать метрику. Но опять-таки, метрику можно выводить по-разному, но в этих науках, естественно, полезно делать вот так. Вот все. Ну а теперь, это я все уже говорил, полнота ортогональной системы, но имеется в виду не ортогональная, а ортонормированная, конечно. Можно сказать, ортогональная из ненулевых векторов. Вот. Теперь полнота тригонометрической системы в пространстве функций, интегрируемых с квадратом. Дело в том, что на потоке Лукашева это фихт, там интеграл Лебега, поэтому там суммируем с квадратом, там такая терминология. Вот. Ну, сейчас это... Я еще раз предупреждаю, что раньше говорил, что часто, когда спрашиваешь, что такое полная система, говорят определение полного пространства. Спрашиваешь определение полного пространства, говорят определение полной системы. Не надо эти вещи путать. Надо эти вещи путать. Вот. Значит, как вся эта наука применяется к тригонометрической системе? Мы рассматриваем в качестве эвклидового пространства L2, я так обычно пишу двойку сверху, L2R на отрезке от минус L до L. Это пространство функций, интегрируемых с квадратом, причем там некая факторизация делается. Вот, если интеграл от квадрата 0, то функции считаются одинаковыми, иначе это не будет эвклидового пространства, не выполняется аксиома строгой положительности. Вот. Норма в этом пространстве, норма x, это корень квадратный из интеграл от минус L до L, f от x в квадрате до x. Это пространство L. Да, норма f. Норма F. Вот. Норма F. Видово пространство L2R.
В нем рассматривается ортонормированная тригонометрическая система. Единица поделить на корень из двух L. Единица, ну, это для нормировки вводится. Косинус пи nx поделить на L. Единица на корень из L. Синус пи nx поделить на L. Так. Где n? 1, 2 и так далее. Вот этот множитель введен для нормировки, чтобы в точности шла эта самая теорема. Ну, коэффициенты Фурье по этой системе будут, вот, коэффициенты Фурье по этой системе будут чуть-чуть другие, это будет отличаться от коэффициентов. Но ряд Фурье будет тот же самый, потому что и там разные коэффициенты лезут. И в итоге ряд Фурье будет тот же самый, что и по нашей обычной системе без этих множителей, что по системе с множителем. Так вот, значит. Поскольку тригонометрическая система вот такая ортонормирована, то к ней всякая вот такая наука применима. Ну и доказывается, что эта система полна, в L2R от минус L. Это достаточно такое неприятное утверждение. Там показывается, что вот такая любая функция из L2R приближается непрерывными, которые до конца принимают одинаковые значения. В три шага, если вы помните. Кстати, вот в этом вопросе полнота тригонометрической системы в пространстве функции, интегрируемых с квадратом, эту лемму в три шага надо доказать. Что вот любая функция, интегрируемая с квадратом, сначала приближается интегрируемую по Риману в собственном смысле, интегрированная по Риману приближается ступенчатой, а ступенчатой приближается непрерывной. Если эту лемму в три шага не доказывать, то там уже нечего делать. Поэтому это надо доказывать. Доказывается, что система полна, но как следствие, вот, любая функция f из L, 2R от минус L до L, для любой f ряд Фурье сводится в среднем квадратичном. Потому что вот это вот самое как раз означает, что x это есть сумма ряда. Это означает, что норма x минус sn стремится к нулю. Как раз и означает, что ряд Фурье сходится к функции среднеквадратичной. И это то же самое, что для любой f выполняется равенство Парсеваля. Я уже не буду расписывать, как оно для тригонометрии записывается, с какими коэффициентами. То есть вот после того, как развилась вся вот эта наука, остается доказать такое неприятное, эту самую лемму в три шага, и из нее все эти самые вещи уже все аккуратно получаются. Вот. Ну и дальше вот такие вещи немножко абстрактные, но они тоже, в общем, нужны. Теорема Риса Фишера, полнота и замкнутость их связь. Вот. Ну, сейчас я скажу об этом. Те вещи немножко в стороне стоят. И что такое теорема Риса Фишера? Тут часто ее так формально вызубривают и не понимают сущности этого дела. И смотрите, для любой функции из эвклидового пространства, ну, для любого элемента эвклидового пространства по ортонормированной системе ряд из квадратов коэффициентов Фурье сходится. Так вот, верно ли обратно, что если некоторые числа образуют сходящийся ряд, то они являются коэффициентами Фурье? Некоторые функции из эвклидового пространства. Ну, это все верно в полном пространстве. Тут уже возникает понятие полного пространства. Как пространство, в котором любая фундаментальная последовательность сходится. Не путать с полнотой системы. Значит, теорема Риса-Фишера. Формулируется она следующим образом. Значит, и L какое-то гильбертово пространство. Значит, я напоминаю, что гильбертово – это бесконечно мерное эвклидово пространство, которое полно относительно соответствующей норме. Пусть L – гильбертово пространство. Вот, а E1, E2, EN – счетная ортонормированная система, и числа C1,
С2, СН такие числа, что ряды с квадратов сходятся. Такие числа, что ряды с квадратов сходятся. Тогда оказывается, что действительно, именно в случае полноты, когда не полное, это неверно, именно в случае полноты существует элемент пространства с такими коэффициентами Фурье. Значит, более того, тогда, значит, первое, существует x, принадлежащий пространству L, такое, что для любого k скалярное произведение x на k равняется ck. То есть для чисел, таких, что ряды с квадратов сходятся, существует элемент Гильбертова пространства, коэффициенты Фурье которого в точности совпадают с этими, с этими самыми ck. Второе. Этот самый x есть сумма пока от единицы до бесконечности ck и k в пространстве L, то есть ряд, соответствующий, сходится к x. И третье, для него выполняется равенство Парсеваля. Норма x в квадрате – это сумма пока от единицы до бесконечности ck в квадрате. И вот, ну, формально вот так, формально это вызубривают, и все. Но надо понимать вот что. Единственный ли такой элемент x, вот интересно. Ведь тут нигде не сказано про полноту системы. Так вот, если система полна, этот x будет единственным. А если не полна, то может быть и не единственным. Сейчас объясняю, почему. Вот. Этот x определяется единственным образом. X определяется единственным образом, тогда и только тогда, когда система полна. Пространство полное, тут еще и система полна. Видите, как нагружено. То есть эта теорема Риса Фишера верна в полном пространстве. Про полноту системы ничего не говорится в этой теме. Но возникает вопрос, однозначно ли определяется такой элемент X. Система полна определяется однозначно. Ну, совсем примитивно. Смотрите, пусть у нас, возьмем, например, ну пусть L2R. Возьмем L2R на интервале там от минус π до π. Так? В качестве системы возьмем, что возьмем? Возьмем всю тригонометрию. Если взять всю тригонометрическую ОНС. Если в качестве системы взять всю тригонометрическую ОНС. Система полна. И элемент с данными коэффициентами Фурье определяется единственным образом. Только L2R, знаете, не будем L2R, потому что это не полное пространство. Вот. Ну, возьмем, скажем, L2 маленькое. Не будем же про Лебега говорить. L2 маленькое. Что это такое? Это значит, надо, чтобы полное пространство было. Это множество всех последовательностей. Сумма множества всех последовательностей. Таких каких-то C1, C и так далее, CN. Таких, что ряды с квадратов сходятся. Ряды с квадратов сходятся. Возьмем L2 маленькое. Вот. Так вот, какая система может быть в нем? Счетная ортонормированная система. Это система из одних единичек. Смотрите, вот такая система. Е1 – это элемент 1, 0, 0 и так далее. Е2 – это 0, 1, 0 и так далее. Ен – 0, 0, единичка, наверное, на месте 0 и так далее. Эта система, конечно, ортонормирована. Она – это счетная ортонормированная система. И она полна, потому что любой элемент x раскладывается, соответственно, если у нас есть x какой-то, если x какая-то последовательность, то наша такая последовательность x – это последовательность c1, cn, это и сумма ряда как раз, c, итн и ит, и это денется до бесконечности. Полная система. Любой элемент x, это есть любая такая последовательность, это есть линейная комбинация, и это с такими коэффициентами. И действительно, такой элемент с такими коэффициентами определяется единственным образом. Но если мы в качестве системы возьмем все элементы, кроме Е1, а вот возьмем теперь в качестве системы, возьмем систему Е2, Е3, Ен и так далее. Так?
Тогда какой бы мы ни взяли первый элемент, видите, какой бы мы ни взяли первый, сейчас, минуточку. Что мы хотим? Мы хотим, чтобы x не единственным образом раскладывался в ряд по этой системе. Да? Мы хотим, чтобы x не единственным образом раскладывался в ряд. Вот. По такой системе. Е2, Е3, Ем. Так? А, чтобы мы хотим, чтобы неоднозначно определялся элемент с такими коэффициентами Фурье. Ну, пожалуйста, возьмем какой-то первый С1, С2, Сн. Так? Возьмем первый С1, С1, С2, Сн. Что у нас будет получаться? Все элементы. Значит, мы хотим что? Мы хотим, чтобы неоднозначно определялся x такими коэффициентами Фурье. Но какой бы ни был С1, все такие элементы будут иметь одинаковые коэффициенты Фурье. Вот. Для любого С1 коэффициенты Фурье по нашей системе одинаковы. Для любого С1 коэффициенты Фурье по системе Е2, Е3 и так далее, Ен одинаковы. Любого, какой бы мы ни взяли С1, вот, если мы хотим написать коэффициенты Фурье по этой неполной системе, это скалярные произведения вот на такие элементы, тут везде получаются нули, и для любого x коэффициенты Фурье по системе Е2 и Е3 одинаковы. Да, потому что система неполна. Система неполна. То есть x с данными коэффициентами Фурье определен единственным образом. Ну, это, конечно, посложнее вопрос, я понимаю, но в принципе вопрос может быть задан очень, очень естественно. Почему? Единственным образом определен элемент X теоремы Риса-Фишера. Единственная система полна. Если не полна, не единственным образом. Все. Вот это надо... Тригонометрия не подойдет, потому что L2 у нас не полное пространство. Если бы интеграл Лебега был бы, оно подошло бы. Вот. И сейчас уже время идет, поэтому про полноту и замкнутость я говорить не буду. А вот вопрос, конечно, полнота пространства CB. Полнота пространства CB и неполнота пространства с интегральными нормами. Надо понимать, что пространство CB полно. CB – это какая в нем норма? Норма F – это супремум или максимум модуля F от X по отрезку ОБ. Это норма. Норма в CB. Есть пространство с интегральными нормами. LR 1. Ну, LC напишем 1. На отрезке AB. И LC2 на отрезке AB. Это тоже непрерывные функции. Но норма F тут такая. Норма F1. Это интеграл от A до B. Модуль F от X dx. Норма F2. Вот мы уже писали. Корень квадратный из интеграла от А до Б модуль F от X в квадрате dx. Так вот, эти пространства не полны. Ну и, к сожалению, когда спрашиваешь, ну, не, когда дается такой билет, ну, там спишут какую-то, да? А когда вот дополнительно спросить вопрос, привести пример неполного пространства. С большой вероятностью начнут говорить про неполные системы. Ну хорошо. Образумишь, скажешь, надо по пространству говорить. С большой вероятностью под примером неполного пространства приводит множество рациональных чисел. Значит, почему это не так? Это, конечно, неполное метрическое пространство, если взять обычную норму. Но критерии берем рациональную последовательность, которая сходится к иррациональному числу. Она фундаментальна, но в пространстве не сходится. Но это пространство рациональных чисел не является линейным пространством. Понимаете почему? Оно метрическое, но оно не линейное. В линейном пространстве должно выдерживаться умножение на действительное число. Рациональные числа не выдерживают умножение на действительное число. Поэтому это не будет линейное пространство. Поэтому в качестве неполного линейного пространства, ну вот можно что-то вот такое привести. Ну и примерчики, помните вот эти самые?
последовательно, которая к сигму сходится. Ну, вот это пример фундаментальной последовательности, является сходящейся. Ну, еще можно какой привести пример неполного пространства? Пространство, скажем, всех алгебраических многочленов С там с нормой С, Б. Ясно, что поскольку любая непрерывная функция, это есть равномерная сходящаяся последовательность многочленов, то взяли непрерывную функцию, которая не является многочленом, ну, получается, что последовательность фундаментальных не сходится, и все. В этом пространстве не сходится. То есть пространство просто многочленов алгебраического. Это же пространство с нормой С, Б тоже не будет полным. Совсем простой пример. Вот эти примеры надо хорошо представлять, конечно. Ну, берем все алгебраические многочлены. Это и последовательность многочленов, которая сходится, как Вейерштрасса функции синус x, она является фундаментальной, потому что сходится в c, но не является сходящейся в нашем пространстве. Все? Все, конечно. Так, ну теперь, значит, пойдем по интегралам, зависящим от параметров. Да. Не понял. Когда мы вводим сигму эквивалентности, так, мне кажется, что он линейный. Если F1 вариант F2 и G1 G2, то F1. Ну, вот. Но, а кто сказал? А может, это не так? Это проверить надо? Ну, понимаете, в чем дело? Мы устраиваем факторизацию. Мы вместо всевозможных функций берем всевозможные классы эквивалентности. Надо показать, что классы эквивалентности тоже образуют линейное пространство и тоже образуют эвклидово пространство. Но если мы этого не проверим, то мы с этими классами не можем обращаться как с элементами линейного пространства. Потому что проходили какой-то дискретный анализ или что-то в этом роде, там наверняка что-то было в этом духе. Или вы что, все это забылось уже? Ну, тоже там называется фактор пространства. Хотя я просто не знаю, в каком виде это у вас преподносилось. Если бы это знать, можно было просто на это сослаться и что-то мне доказывать. Но поскольку это, в всяком случае, студенты, которым читается этот курс, не все они проходили дискретные анализы, кто его знает, как они рассказывали все это, поэтому лучше все это повторить. То есть, по сути, мы работаем сейчас не с отдельными функциями, а с элементами фактора пространства, с классами эквивалентности. Поэтому надо показать, что линейные операции, скалярное произведение эти классы сохраняют. Из какой-то общей теории это может быть действительно исследовано. Да. Но не то чтобы сложные, но, по крайней мере, ну, не одношаговые, может быть. Но я не помню точно. Я вот совершенно точно помню, что я просматривал билеты, я одно я сказал выкинуть, что она была слишком сложной. Ну, могу привести, но такой точно не будет. Вот. Это такое, значит, смотрите, скажем, последовательность x. Сейчас. А, вот так вот. Ну да, и сейчас. Фух, что надо. Помню, что там свободных членов нет, да? Там точно нет свободных членов. А ну так скажем, x квадрат, x четвертый, x шестое и так далее. К счетной степени без свободного члена. Полна ли она в c, скажем, 0,1? И в c, скажем, 1,2. Вот так. Что? Ну, в том сейчас я хочу вспомнить точно. Нулевой там точно, с нулевым это было бы неинтересно. С нулевым это было бы неинтересно. Скажем, одни четные степени. Сейчас, подожди, можно? Я сейчас соображу, та задача или не та. Что вспомнить, какое... выкинуть заменить на другую. Сейчас. Квадрат. Не помню, просто хочу вспомнить.
x квадрат полнуля на c 0 1, так сейчас, ну, такая-то в c 0 1, такая-то вот, ну вот не помню точно. Но максимум сложности, которая может быть, ну, скажем себе, скажем, такая система x, вот, x куб, x пятой и так далее. Вот тоже полна ли в c то же самое 0,1 и c 1,2. Ну вот это более-менее обычная задача. Ну, делается она как? c 0,1 она точно не полна, потому что если функция в нуле не обращается в нуль, ее не приблизишь. Ну, это надо немножко аккуратно расписать, но это, по крайней мере, я сейчас это делать не буду. c 0,1 она не полна, а в c 1,2 мы поступаем следующим образом. Вот любую функцию, которая на отрезке 1,2 непрерывна, мы продолжаем вот следующим образом, а затем по нечетности. Это минус 1, минус 2, и вот, ну и вот так вот. Эта функция непрерывна на отрезке, скажем, от минус b до пи, к примеру, нечетна, и в ряду Фурье, и ясно, что в ряду Фурье у нее одни синусы. Но раз она непрерывна, то суммы Фейера равномерно сходятся к нашей функции. Правильно? Суммы Фейера равномерно сходятся. А суммы Фейера состоят из одних синусов. Суммы Фейера состоят из одних синусов. Значит, для любого эпсилон больше нуля существует t от x суммы Фейера. Существует t от x суммы Фейера. Вот что для любого x из отрезка от минус π до π модуль f от x минус t от x меньше, чем эпсилон пополам. Ну, а сумма Фейера это нечетная тригонометрический многочлен, аналитическая функция, радиус ходимости ряда Тейлора плюс бесконечность, t от x нечетная. t от x нечетная аналитическая функция. Вот. Радиус ходимости ряда Тейлора плюс бесконечность. Значит, ряд Тейлора сходится равномерно на любом конечном отрезке. t от x частичная сумма. t от x частичная сумма. И поскольку функция нечетная, частичная сумма состоит только из нечетных степеней, ну, стандартный пример. И тогда для любого x из отрезка, скажем, от минус π до π, модуль t от x минус p от x меньше, чем эпсилон. Ну, и тогда все получается, модуль f минус p, это меньше эпсилон. То есть тут она полна. Тут она полна. Вот. А, ну да, вспомнил, какую я сказал выкинуть. Там вот такая была. То же самое x квадрат, x четвертый, x шестой. И то же самое в c0,1, c0,1 и c1,2. Но она нестандартная, понимаете? То, что в c0,1 она не полна, это делается точно так же. А вот c1,2, как ее приблизить, непонятно. То есть разумное решение этой задачи было бы такое. Но в задании таких задач не было, это нехорошо. Сделать замену, x квадрат равняется t. Если сделать замену, x квадрат равняется t, то получится t, t квадрат, t куб и так далее. И тоже, соответственно, в c, но там какой-то будет. Если x от 1 двойки, то t будет от 1 до 4. Вот. Ну, а такая система, а чего с ней дальше делать? Что-то, я помню, что очень что-то там тяжело оно шло. Все, что это не стоит студентам давать сейчас. Чего там дальше делается после замены? Там еще вот так вот было, прошу прощения. Там было x6, x10. Или что-то в этом роде. Тогда получается t куб t в пятой. Ну, а она уже полна, поэтому сделал.
Ну, что-то в таком духе было, понимаете? Но это нестандартная вещь, в создании таких задач не было, там нужно было делать замену, ну, как можно было. Ну, всяком случае, вот это, я думаю, максимум сложности, что может быть. Замена нужна. А? Ну, а что расписать для любого эпсилона? Сделайте это, подставьте, где стоит вода. Ничего не изменится. Ничего не изменится. Ну, сейчас там задач на замену нет. Так, ладно. Что-то... Не входит, не входит. Ну, у бесов это очень любят, это потоки бесов это есть. Это дополнительный вопрос тоже? Как дополнительный вопрос. Но вы знаете, написано только для потока бесов. Поэтому формально таких вопросов быть не может. Вот все. Ну, может, в качестве такого да, вопроса, например, на какую-то сообразительность, ну, я не знаю, по крайней мере, все, что связано с полиномом Лежандра, программа явно не входит. Вот так. Так, ладно, поехали дальше. Так. Ну, времени остается мало, давайте все-таки тоже вас занимать не очень. Значит так, ну, что касается интеграла зрелища как параметра. Ну, собственно, интегралы там все просто. Там просто формально можно утверждать, что интеграл от непрерывной функции, интеграл от функции двух переменных, которые непрерывно прямоугольники, вот, будет, соответственно, интеграл по одному переменному, будет непрерывная функция по другой. Вот. Но интегрируемость, дифференцируемость, ну, там все тоже очень просто. А вот когда интегралы не собственные, появляется понятие равномерной сходимости. Но мне сейчас неохота все это дело формулировать, просто и времени уже мало. Значит, критерий Кэши, признаки Вейерштрасса и Дирихле. Определение равномерной сходимости, критерий Кэши, признаки Вейерштрасса и Дирихле. Ну, все это просто. Единственное, что там задачки есть на равномерную сходимость, конечно, но они тоже, в общем, тоже типа того, что было задание, не сложнее. Вот. Там есть одно что у нас как бы, если это так, то на одном там она будет неравномерно сходиться, то на втором она обязательно будет равномерно. Ну, по крайней мере, так задумывается. То есть вряд ли устраивается какая-то провокация. Но по ошибке, конечно, можно. Я помню, что вот когда был письменный экзамен, по крайней мере, на первом курсе, там задача на равномерную сходимость последовательности ряда, по идее, на одном из интервалов должен быть равномерно, а на другом нет. Ну и как-то там что-то крутили, меняли, оказалось, что там и там равномерно. Но это просто недоделка и все. По крайней мере, задумывается так, что все должно быть в одном случае равномерно, а в другом нет. Вот. Непрерывности интегрируемых собственных, несобственных интегралов, ну, соответственно, доказать все эти теоремы, вот. Дифференцирование собственных интегралов по параметру, вот, все это тоже соответственно. Так вот, ну, тут я не хочу это еще сформулировать и доказывать, в общем, все это не да. Разумеется. Посчитал? Понимаете, задачи рассчитаны на то, что применяется теорема. Либо перестановки двух несобственных, двух интегралов, один из которых собственный, другой несобственный. Двух несобственных вообще в курсе не было. Либо дифференцирование по параметрам. Там что-то надо обосновывать, конечно. Если вы не обосновали, эта задача не считается полностью решенной. Ну, можно ли, ну, придумать-то можно все, что угодно, понимаете? Но в билетах-то таких не должно быть. Зачем такие билеты делать? Билеты рассчитаны именно вот на применение этих самых двух методов. Но мало ли что придумать можно. В задачнике там, например, совершенно пестрый набор разных задач, совершенно разного уровня. Там все что угодно может быть. А теперь, кстати, при
Значит, при решении этих задач надо, конечно, знать стандартные интегралы, типа там Дирихле, Лапласа, Пуассона, потому что вдруг что-то не будет получаться, этот интеграл быстро сработает. Вот надо помнить интегралы Дирихле. Интеграл от нуля до плюс бесконечности, синус альфа х поделить на х до х, это пи пополам на сигму альфа. Но это выводилось на лекции. Дальше. Интеграл Лапласа. Интеграл от нуля до плюс бесконечности, косинус альфа х поделить на единицу плюс х квадрат dx, это пи пополам на е в степени минус модуль альфа. И второй интеграл Лапласа. От нуля до плюс бесконечности х синус альфа х поделить на единицу плюс х квадрат dx, это пи пополам на е в степени минус модуль альфа на сигму альфа. Вот так. Ну, вот это... Ух. Надо знать эти интегралы чего. Причем интегралы Лапласа прям выводились на занятия просто обычными способами дифференцирования по параметрам, там разные всякие штучки. А можно их вывести потом из разложения функций интеграл Фурье. Ну, на всякий случай интеграл Пуассона, напомню, он тоже может понадобиться. От нуля до плюс бесконечности, е в степени минус х квадрат dx, да? Это есть корень из пи пополам. Тоже такой интеграл может встретиться. Так, эти интегралы... Эти, е в степени минус модуль альфа. Е в степени минус модуль альфа на модуль альфа на сигму альфа. Обращаю внимание, что вот эти функции разрывны при альфа равном нулю. Это не прерывно, это разрывно. Вот этот интеграл сходится равномерно по всем альфа, правильно? Поэтому функция непрерывна по альфа. А тут по всем альфа равномерной сходимости не будет. Тут будет равномерная сходимость, только немножко отступя от нуля. Поэтому будет непрерывность на всем интервале альфа больше нуля. А в нуле непрерывности нет. То же самое здесь. Вот. Кстати, вот это равенство, это косвенное доказательство неравномерной сходимости такого интеграла по всем альфа. Правильно? Потому что если бы интеграл сходился равномерно по всем альфа, это выражение было бы непрерывной функцией. А раз не является непрерывным, то интеграл не является равномерно сходящимся. Это косвенное доказательство. Какое утверждение? Есть теорема о том, что если интеграл сходится равномерно, то это соответствующий вопрос. Непрерывность и интегрируемость необступных интегралов зависит от параметров. Если интеграл сходится равномерно, то он как функция от альфа, он непрерывен. Сейчас, минуточку. Ну, теорема же такая есть. Если... Это теорема была в первом семестре, в первом курсе для рядов. А теперь для интегралов. Вы просто не дошли еще до нее. Да? Время еще есть до нее дойти. Тогда вопрос. При исследовании равномерной сходимости используя интеграл Лапласа. Ну, Дирихле, ну, стандартный интеграл. Ну, формальный, конечно, можно там спросить у вас чего-нибудь типа доказательства, но вообще-то, как правило, это не делают. Естественно, как правило, это не делают. Вот. Ну, вот так. Теперь, значит, насчет интеграла Фурье надо сказать. Ну, на самом деле, что тут плохо? Что то, что у ряда Фурье в два билета идет, 2 и 3. Представление интегралом с ядром Дирихле и достаточное условие сходимости в точке. Тут идет как 1, 20. Достаточное условие сходимости интеграла Фурье в точке. То, что там было 2 разных билета, тут 1. Этот билет очень неприятный. То есть там, где достаточное условие сходимости интеграла Фурье в точке, там, в принципе, все нужно доказывать. То есть можно, конечно, попытаться так на халяву проскочить и все, но, в принципе, доказывать там все надо, что к этому относится. Это довольно неприятное утверждение. Вот я хочу более подробно сказать про преобразование Фурье, потому что это очень-таки любимый вопрос. Интеграл Фурье – это, в общем-то, занудство, вот, а преобразование Фурье – вопрос очень любимый.
ковыряния могут быть всякие на этот счет. Сейчас напомню, что такое преобразование в Фурье. Что такое преобразование в Фурье? Значит, это F, пишем так, F с крышкой от Y. Это единица на корень из 2π. ВП интеграл от минус до плюс бесконечности. F от X. E в степени минус X, Y, DX. Вот так. Где функция F, вот, абсолютно интегрируема на любом конечном отрезке. Но на всей прямой она не обязана быть абсолютно интегрируема. F от X абсолютно интегрируема на любом конечном отрезке. Абсолютно интегрируема на любом конечном отрезке. Так что если функция абсолютно интегрируема на всей прямой, это обычно абсолютно сходящийся интеграл. А так, вообще говоря, ВП, если он существует. Там свойства преобразования Фурье, какие надо знать? Там есть такой вопрос, свойства преобразования Фурье. Часто этот вопрос пропускают. Свойства преобразования Фурье – абсолютно интегрируемые функции. Что имеется в виду? Свойства. Вот. Если f от x еще и lr, еще и lr от минус до плюс бесконечности, так? А не просто на каждом конечном отрезке, то тогда то первое, f непрерывно, даже равномерно непрерывно, f равномерно непрерывно на все числовые прямой. Вот. И второе, предел f с крышкой. И предел f с крышкой от y при y, стремящемся к бесконечности, равен нулю. Так, вот такие два свойства. Но то, что предел равен нулю, это просто лемма Римана, потому что косинус и синус, когда функция абсолютно интегрирована. То, что равномерно непрерывно, ну, это когда начинается разговор про интеграл Фурье, там доказывается, что соответствующие a от y и b от y равномерно непрерывные функции. Вот так. Так надо доказать, это часто не доказывают. А там еще, кроме этого, мало что доказывают. Ну, а потом формулы обращения. Наряду с этим рассматривается обратное преобразование Фурье. F с волной от y – это, по сути, прямое преобразование Фурье от минуса. Фактически. Когда вместо получается просто E в степени x, y. Так вот, теорема состоит в следующем. Если функция f от x абсолютно интегрируема на все числовые прямые. Абсолютно интегрируема на все числовые прямые. Вот. И в каждой точке имеет хотя бы конечные односторонние производные. И в любой точке x имеет конечные односторонние производные. Ну, то есть первое условие типа признака Липшица выполняется. В любой точке имеют конечные односторонние производные, но как следствие отсюда непрерывно, то вот прямое преобразование Фурье, примененное к обратному, вот, и то же самое, что обратное преобразование Фурье, примененное к прямому, это есть сама функция f. Это на самом деле следствие из теоремы разложения функции в интеграл Фурье. Потому что просто при таких условиях функция раскладывается в интеграл Фурье в каждой точке, и следствием является вот это равенство. Это следствие из теоремы о разложении функции в интеграл Фурье. Следствие из теоремы о разложении функции в интеграл Фурье. Вот так вот. Это следствие этой теории. Ну вот это, по сути, надо аккуратно объяснить. Только что надо понимать, что внутренний интеграл обязательно абсолютно сходящийся на всей прямой, а внешний может быть ВП. Вот внутренний интеграл абсолютно сходящийся, а внешний может быть ВП. Внешний, ну, может быть ВП.
Внешний может быть ВП. Ну, давайте я сейчас... Просто такие вопросы могут так крутиться вокруг этого. Поэтому я сейчас покажу пример. Когда внутренний абсолютно сходящийся, а внешний ВП. Вот возьмем такую функцию. F от x. Это f от x. Это e в степени минус модуль x на сигму x. Так. Это функция абсолютно интегрированной всей числовой прямой. Да, хорошая функция. Так вот, преобразование Фурье от нее, f с крышкой от y, это что такое? Это единица на корень из 2π. Я считаю, потому что я заведомо не помню, какие там коэффициенты. Интеграл от минус до плюс бесконечности, самый обычный абсолютно сходящийся. E в степени минус модуль x сигму x умножить на e в степени минус x y, косинус x y, минус и синус x y, d, значит, чего там, x. Так? Поскольку функция наша нечетна, то умножение на косинус дает 0 интеграл, и получается минус и поделить на корень из 2π, интеграл, 2 интеграла от 0 до плюс бесконечности, e в степени минус модуль x, сигму e в степени минус модуль x просто, чтобы функция была чего. Сейчас e в степени минус модуль x, синус x, y, dx. Я не хочу этот интеграл считать сейчас, я просто напишу ответ. Это получится минус и, значит, корень из, получится 2 поделить на пи, а тут получится y поделить на 1 плюс y. Ну, такие интегралы, только что тут уже модуль, кстати, модуль можно написать. Модуль можно написать, можно в четную функцию превратить. Ну, просто берется переход к мнимая часть комплексной экспоненты, и все получается. Так вот, что характерно, что вот это преобразование Фурье уже не будет абсолютно интегрированной функцией на все числовой прямой. Преобразование Фурье абсолютно интегрированной функции не обязано быть абсолютно интегрированной. Вот, пожалуйста, пример. И поэтому, если мы захотим брать от него обратное преобразование Фурье, то получится уже интеграл ВП. F с волной от F с крышкой от Y. Это что получится? Значит, единица на корень из 2π минус i поделить на корень из 2π ВП интеграл от минус до плюс бесконечности. Ну, давайте мы тут напишем x. Поделить на 1 плюс x квадрат. А тут напишем косинус x y. Плюс тогда будет и синус x y. Раз здесь стоит обратное от прямого dx. Так? Но у нас что получается? У нас косинус дает нечетную функцию при умножении. Вот на это. Поэтому ВП интеграл равен нулю. Причем сам интеграл может расходиться. При y равном нулю это расходящийся интеграл. При y не равном нулю условно сходящийся. Но неважно, выкидываем, и остается уже условно сходящийся интеграл. И получается, что здесь минус и на и это, соответственно, единица. Получится единица поделить на π, так, умножить на 2 интеграла от нуля до плюс бесконечности, x поделить на единицу плюс x квадрат, синус xy, d. X. Это второй интеграл Лапласа. Это второй интеграл Лапласа. Получается 2 поделить на π умножить на π пополам. E в степени минус модуль Y сигму Y. То есть мы действительно вернулись к старой функции. Видите? Обратное от прямого мы вернулись к старой функции. Но по ходу дела внешний интеграл уже оказался вовнутренним интегралом. Внешний интеграл уже оказался ВП. Так что вот так вот. Теорема работает, но доказана она у нас была только для абсолютно интегрированной функции. Теорема работает, но все хорошо получается. Все хорошо получается. И вот, кстати, пример, когда преобразование Фурье от неабсолютно интегрированной функции не является непрерывным. Потому что фактически преобразование Фурье от такой функции, к
которая не является абсолютно интегрированной, оказалась функция разрыва. Так что это все очень важно. Ну, вот такие вещи надо знать. Кстати, при образовании Фурье не абсолютно интегрированной функции может еще и стремиться к нулю на бесконечности. Но это уже более сложный пример. Это уже не туда. Вот так. Что тут надо еще сказать? Преобразование Фурье, производное, производное преобразование Фурье. Ну, нужно просто знать формулировки этих теорем и все. Ну и всякие примеры возникают. Оценить порядок убывания, преобразования Фурье, сколько непрерывных производных оно имеет. Ну, задания, такие задачи были. Ну, теперь немножко про обобщенные функции. Да. Нет. Бета и гамма-функции в программу не входят. Это зря, конечно, жалко, но вот для потока Лукашова написано «входит», но у нас не входит, нет. Чего? Что вы понимаете в эталонными? Дирихлет-Лапласа, так что выводы надо их знать. Ну, понимаете, если при решении какой-то задачи они у вас возникнут, то, скорее всего, это все нормально. Уже, скажем, достаточно сложные выводы на самом деле. Ну, на всякий случай запасите, я не знаю. Но думаю, что вряд ли кто-то. Ну, разве что уж если надо там вытягивать вас там на более высокую оценку или что-то там такое, то, конечно, могут спросить, но не знаю. Вряд ли, конечно. Формально, конечно, имеют право. Вот. Формально имеют право. Так. Давайте теперь про обобщенные функции еще немножко поговорим. Ну, тут самая стандартная ситуация на экзамене. Спрашиваешь человека определение обобщенной функции, и он говорит, а я еще, я, мол, не успел, времени было мало. Времени действительно было мало, ну что поделаешь. Это единственное, я предупреждаю, что это очень любят спрашивать. То есть, если человек попадается билет на обобщенные функции, то он честно, добросовестно все это дело сдирает. А если дополнительно спросить, то это как-то уже туго идет. Значит, на вопрос, что такое обобщенная функция, давайте я напишу аккуратный ответ. Во-первых, нужно определить пространство D. D – это пространство финитных бесконечно дифференцируемых функций. D – это пространство финитных бесконечно дифференцируемых функций. Пространство финитных, бесконечно дифференцируемых функций. Так. Финитных – это понятно, что такое финитных. Финитное – это значит, существует такое b больше нуля, что для любого x по модулю больше либо равно, чем b, f от x равно нулю. Финитных, да еще и бесконечно дифференцируемых. То есть вот такие вот типа вот таких шапочек. Тут вот очень гладенько идет, такое касание бесконечного порядка. Очень гладенькая вот такая шапочка. Финитные бесконечно дифференцируемые функции. Так, значит, дальше. Что такое сходимость в пространстве D? Что такое сходимость в D? Последовательность φ сходится к φ в пространстве D, если... Значит, первое. Все φn обращаются в нуль вне некоторого одного отрезка. То есть не может быть такого, что их носители расползаются. Существует b больше нуля. Такое, что для любого x по модулю больше либо равного, чем b. И для любого натурального n. Вот φn от x. Сейчас для φn от x равно нулю. Все обращаются в нуль вне некоторого одного отрезка. И второе. Для любого k равного 0, 1, 2 и так далее, φn kt от x, kt производная от φn, равномерно сходится к φ kt от x, ну, на все числовое прямое или на этом b, это все равно. Вот так. Вот это сходимость в пространстве D. Все функции φn обращаются в нуль вне некоторого одного отрезка, и все производные φn равномерно сходятся к соответствующим производным от φ. Это, кстати, сходимость,
Это вряд ли будут спрашивать, но я показывал, что эту сходимость невозможно задать никакой нормы. То есть мы обычно привыкли, что норма задает сходимость всегда. Так вот, эта сходимость, которая обратно, нельзя задать никакой нормы. Так, дальше. Что-то теперь рассматривается, D-штрих – это пространство обобщенных функций. Это пространство линейных непрерывных функционалов на D. Пространство линейных непрерывных функционалов на D. Что такое функционал линейен? Что такое функционал? Это когда каждой функции φ ставится в соответствие некоторое действительное число. В дифурах в вариационном исчислении там были свои функционалы. Это некий просто линейный непрерывный функционал. Линейный – это что такое? Для любых альфа, бета действительных и для любых фи1, фи2 принадлежащих d, f от альфа фи1 плюс бета фи2, это есть альфа f от фи1 плюс бета f от фи2. Вот. Непрерывный – это значит, что если φn сходится к φ в пространстве D, вот зачем это определение надо, то f от φn сходится к f от φ. Вот и все. Вот определение, вот значит определение обобщенной функции аккуратной, которую надо знать. И опыт показывает, что очень трудно его сразу получить, так сказать, с первого захода это определение. Ну, а дальше чего в билете? В билете дельта-функция, дифференцирование обобщенных функций. Ну, там некоторые... Ну, тут не надо в билете все рассказывать там про обобщенные функции, что было там очень много. Вот на этом сосредоточится дифференцирование обобщенных функций, дельта-функции. Но какие могут дополнительные вопросы возникать? Ну, вот, скажем, очень любимые вопросы такого типа. Чему равна обобщенная функция x квадрат на дельта 2 штриха, например? Такие вопросы очень любят спрашивать, такого типа. x квадрат на дельта 2 штриха от x, это что такое? Ну, смотрим, как определяется результат. Как она действует на любую функцию из d? x квадрат дельта 2 штриха действует на фи как? Ну, по определению, умножение обобщенной функции на бесконечно дифференцируемую, это есть результат действия дельта 2 штриха на x квадрат фи. Как действует вторая производная дельта функции? Это есть вторая производная функции x квадрат фи от x в точке 0. Вот это так действует вторая производная дельта функции. Давайте распишем, какая вторая производная функции x квадрат на фи от x. Ну, можно сначала посчитать первую, а потом вторую. А можно сразу формулу Лейбница применить. Значит, x квадрат на фи 2 штриха от x, так, плюс 2 умножить на 2x умножить на фи штрих от x, плюс 2 умножить на фи от x. Все это при x равном 0. Ну, вторую производную посчитал, хотите считайте через первую, хотите сразу. То есть что получается? Получается 2 фи от 0. Ну, это значит, что это удвоенная дельта функция. То есть x квадрат на дельта 2 штриха от x, это есть 2 дельта от x. Вот это в таком духе могут быть примеры. Ну, вот так вот, собственно. Ну, вот так. Ну, я, конечно, кое-чего не успел рассказать, но просто времени перебирать не хочется. У вас времени и так на подготовку мало. Значит, вот какие есть такие существенные вопросы, которые могут быть всем интересны? Что-что? Двадцать четвертый пункт написано для потока Тюленева. Нет, ну понятие RL1 и RL2, конечно, есть. Но понимаете, у Тюленева он там очень много прочитал. Вот это понятие фактор пространства, он очень сложно рассказывал. Он, значит, рассказывал с применением Лебеговой меры 0. Так что это все относится к этому самому его билету.
Понимаете? Так что, ну, по определению пространства R1, R2 вы знаете, но ничего больше от вас не потребуется. Ну, понятие факторизации надо иметь, но не на таком уровне, как это у Тюленева делается. И все. Вот так вот. Ну, таких билетов нет, понимаете? Но просто могут спросить, что такое RL1, RL2. И сказать, что там эквивалентность и все. Ну, вряд ли там будут что-то многое просить доказывать. Надо понимать, что это такое, но не более. Но вообще упор, конечно, там на LC1 и LC2 делается. Никакая эквивалентность не нужна. Но понятия эти надо знать, конечно, RL1 и RL2. Еще нет? Нет таких существенных вопросов больше? А? Ну, вот так вот. Ну, если вопросов нет, тогда, ну, у вас, конечно, мало времени на подготовку, но постарайтесь его использовать как можно оперативнее. Ну, вот так, тогда, значит, все.